Валка шоппинг-центр, друзья. Это в городе Купертино. Большая такая фиговина, так скажем, конца края нет. И кинотеатр тут, и магазинов много разных. А сегодня суббота вечер. И суббота вечер — это совсем не то же самое, что пятница вечер. Правда, Свет? Светочка? Ну как, в пятницу вечером гораздо больше народу. Ну, правда, еще немножко рановато. Сейчас где-то 5:30. И после перерыва ресторанчик, в который мы... Да, ресторанчик, вот он еще так не заполнился. Мы пришли к открытию. И это такой японский морской буфет. Хотя он не исключительно морской, надо сказать. Здесь много разной пищи. А вот мы с вами и посмотрим, какой. Только заходишь, тут сразу девушка красивая ведет нас к столику. Ведь сажают у окна, чтобы люди, которые там, если не дай бог, кто-то будет ходить там, хотя никто особо не ходит, чтобы они видели, что тут много народу. Мы будем создавать светотолпу. Вот, нам дали салфеточку, а там вилка и так далее. И ты заказала попить что-нибудь, да? Да. Вот, и мы пошли набирать себе еду. Вот тут салаты. Такая станция. Вы видите креветочки, всякая такая морская еда. Так. И просто зеленюшечки, сухарики, оливки, помидоры. Есть тут тарелочка со щипчиками. Так. Ну, видите, как я сказал, тут не только рыбная, вот, пожалуйста, колбаска. Ну, давайте мы что-нибудь возьмем. Это, друзья, моя традиционная разминочка такая. Креветки в таком томатном соусе. Так, обмакнул и скушал, обмакнул и скушал. Вот. Тут сверху написано, что жареный рис там, и так далее. Ну, вы так глазками посмотрите. Да. Курочка. Такие пельмешки китайские. Здесь мясо нарезают. О, отлично. Так, подходишь с тарелочкой, тебе нарезают. А здесь тебе поджарить могут что-нибудь. Рыбка. А, так, orange chicken, да, значит, апельсиновые. Курочка. Так. Ну, ракушки такие, я, честно говоря, не ел никогда. Так, это мясо просто. Ну вот вы видите, это кусочки вишни и крабовых. Наверное, разобрали все это, ничего не осталось. Темпура, так называемая. А здесь супы наливают, видите, чашечки. Вот так берешь, вот отсюда такой суп, отсюда другой, это мисо-суп. Вот. Тут всякие приправки. А здесь вы можете понабирать себе сами в тарелку разные компоненты. Мы немножко, ну, рановато на это все смотрим. Мы только-только пришли к открытию. А через некоторое время тут еще поднесут, будет больше. А вот еще прилавок. Пожалуйста, рисовая такая вермишелька. Кимчи. Ой. Салат из морской капусты, очень вкусный. Я очень люблю. Хлебушек, смотрите как, без хлеба-то никуда. Вот это крабовый салат. Это из огурчика. Помидорчики. Это тофу. Папайя. Это салат из папайи. И тут пошли разного достоинства суши. Вот, давайте посмотрим. Вот так, через стекло. Вроде стекло чистое. Так, я тут тоже не хочу толкаться и мешать людям, которые набирают еду. Но для вас, друзья, только для вас. Чего не сделаешь. Вот этого всего можно есть
сколько хочешь, на то и буфет. А тут уже вот сашими, просто кусочки рыбы набираешь. Да. Лимоном опрыскал, васаби, такая горчичка. Вот, и, собственно, тут еще что у нас? Тут у нас соевый соус. Да, так что вот почти все. Там еще сладкий стол, сейчас пойдем глянем. Все, вот и сладкий прилавок. Ананасы, по-моему. Ну, вы знаете, что к чему. Желе. Тапиока, вот в вазочках. Это такой банан, такой называется банана-карамель. Вот. Ну, там всевозможные помазки. Здесь еще можно поджарить блинчики. Вот здесь жарят блинчики на этой штуке. Сейчас никого нет, но вообще делают. Вот, пожалуйста, блинный уголок. И тут шоколад, видите, сиропы, сахарная пудра на блины сверху. Крем-брюле. Это, ну, такие эклерчики маленькие. Ну и тут дальше. И такие маленькими кусочками, чтобы не обожраться. Такие тортики. Вот этот беленький предметик. Похоже немножко на пастилу, маршмеллоу, такая штука. А вот там снизу банан, видите, бананчики. Можно маршмеллоу, можно бананчик. И вот его сюда, в этот фонтан шоколадный, видите, он такой не просто так, а он течет. Вот так вот окунул там, обмазал шоколадом и съедай на здоровье. Вот, собственно, друзья, я вам показал все, что есть, а теперь мы переключаемся на еду. Вот, друзья, блинчики делают. Я специально тут встал, не знаю, прогонят, не прогонят. Так. На ваших глазах делается блинчик. О, раз. Да, быстро, очень быстро делается блинчик. Бананчики в него. Так. Раз, два. И, наверное, шоколадом теперь, нет? А уже ребенок может теперь сиропом или шоколадом, или сахарной пудрой. Еще блинчик. Так, шоколад пошел. Окей. Да, отлично. Да, друзья, я думаю, вы видите, что мы уходим из ресторана, и у вас невольно вопрос возникает, так и почем вещь, да, Света? Я не знаю. Ну, должен возникать вопрос, почем вещь. Вещь обошлась в $64.05 на двоих. То есть, ну, еще типы. Все вместе. Да, значит, $64, ну, $32 на человека вместе с налогами, там, со всеми делами, еще дринки отдельно, там, зеленый чай мы пили и так далее, то есть, так, такие вот. Когда-то это было $25, смотри, Sears закрылся совсем. Да, здесь был большущий магазин Sears, эта плаза умирает, друзья, когда-то она бумировала, тут китайская такая большая плаза была, а сейчас что-то помирает. Огромный, собственно, основоположник вот продаж этих домашних, технических всяких дел. Appliances, да. Appliances. Мы же были с тобой в Чикаго, в Sears Tower, да. Он оттуда расползся по всей Америке, у нас тоже были огромные магазины. А сейчас, и сейчас есть магазины? Они не все закрылись? Ты знаешь, что они тоже умирают, все переходят в онлайновые операции, но когда мы первый раз попали в Sears, да. Я помню, что мы там заблудились. Мы не могли. Ну, нам по первости выход, там. Выход, он огромный магазин без конца и края. Потом мы, конечно, привыкли к нему. Это в Сан-Франциско еще было? Нет, вот здесь вот. А, в этом? На Сан-Антонио уже. Угу. Там, где теперь новые жилые дома. Марихуанкой пахнуло. Народ, не дожидаясь вступления закона в силу, уже покуривает открыто. Ладно, друзья, движемся на паркинг.